Участница первой скачки в боксах. Дан старт первой скачки. Старт приняли Кучно. Впереди Мэтчберн. Мэтчберн, Летопись. Баклань, замыкает Диана Голд. По противоположной прямой участницы идут без изменений. Впереди Мэтчберн, второй Летопись. Баклань, тут же Диана Голд. Участницы вошли в левый поворот. 400 метров пройдено за 26,1 секунды. В левом повороте по-прежнему впереди Мэтчберн, Летопись второй. Мэтчберн, Летопись, Диана Голд третий. Замыкает Баклань. Участницы выходят на финишную прямую. 500 метров пройдено за 29,6 секунды. С большим отрывом впереди Мэтчберн. Мэтчберн уверенно лидирует по финишной прямой. Второй Летопись, третий Диана Голд. Мэтчберн увеличивает отрыв от соперниц, приближается к финишу. Второй Летопись. Мэтчберн выигрывает приз реки Волги. Летопись финиширует второй, третий Диана Голд и финиширует Баклань.